Ведущие ученые, руководители институтов Казанского федерального университета встретились с елабужскими студентами и школьниками. В рамках проекта «Все серьезно». Инициатором проекта стал ректор КФУ Ильшат Гафуров. Смотрим. Новый учебный год в Казанском университете преподнес студентам Елабужского института и обучающимся университетской школы приятный сюрприз. Впервые состоялась научно-образовательная акция «Все серьезно». Директора институтов КФУ прочитали научно-популярные лекции студентам и школьникам. Несмотря на то, что практически каждый из руководителей является действующим ученым, проведение таких занятий для большинства – событие нечастое. Ведущие ученые, директора институтов приехали с тем, чтобы рассказать студентам Елабужского института и школьникам Елабужской университетской школы о тех направлениях научной деятельности, которые сегодня, во-первых, востребованы в мире, востребованы в российском обществе и, конечно, сегодня развиваются в нашем университете и во всех его филиалах, в том числе в Елабужском институте. Каждый спикер представил свою научную область. Руководители институтов ознакомили слушателей с современными тенденциями и новыми горизонтами, открывающимися в той или иной отрасли знаний. Информационные и квантовые технологии, развитие искусственного интеллекта, пространственное искусство и дизайн, экономика и юриспруденция. Лекции охватывали практически все научные направления. При этом один из важнейших акцентов был сделан на педагогическое образование. Мы, коллеги, занимаемся единым полем. Оно связано с подготовкой учителей. И я напомню, что Елабужский институт КФУ является самым крупным центром подготовки учителей в Казанском федеральном университете. Поэтому мы очень тесно сотрудничаем, коммуницируем в разработке цифровых образовательных ресурсов, программ. На мой взгляд, изучение вот таких вот реализованных кейсов очень мотивирует ребят делать их более смелыми и раскрывает их внутренний творческий потенциал. Поэтому, на мой взгляд, проект очень полезен. И вот такие вот встречи, они очень ценны как и для нас, педагогов, которые получают обратную связь от ребят, так и от наших студентов и школьников. Отметим, проект «Все серьезно» реализуется в рамках года науки и технологий и ставит своей целью более близкое знакомство студенчества и учащихся университетской школы со структурой Казанского федерального университета, с учеными, работающими здесь, и их научными достижениями. Энджи Минибаева, Универньюз.